Записываем сегодня такой видеообзор на приложение «Атлас пород собак». Данное приложение находится в категории «Книги и справочники» для магазина Windows 8.1 «Профессионал». Открываем данное приложение. Смотрим его подробную информацию. И что же мы видим? Описание на русском. Скриншоты данного приложения. Две оценки. Одна пятерка, другая единичка. Кому верить, непонятно. Русский язык поддерживаемый. Похожее приложение от данного автора. Все, нажимаем кнопку «Установить». Быстренько. Работы еще куча нам с вами предстоит. Вот, поэтому будем более оперативно записывать видео. Установилось наше приложение, открываем его. И что же мы видим? Породы собак, породы. Гуртовые собаки, мелкие, терьеры. Так, всякие. Короткошерстные, борзые. Это что-то новенькое. Потом азиаты, шпицы, родственные породы. Я бы хотела, например, найти мопса. Ну, потому что у меня мопс. Узнать, к каким же категориям он относится и что о нем можно здесь прочитать. Итак. Ищу по картинке. Ага, вот. Молосы. Английский бульдог. Немецкий дог. Нет, это не то. Ищу. Где же мой мопсик спрятался? Шарпей уже есть. Где-то тепло, теплее. Вот. Вот французский терьер, французский бульдог и мопс. Открываем мопсяку. Что мы видим? Описание. Ну, так вот написано за нее. Тут все всякое разное. Вот. Ну, в принципе, мне кажется, интересно. Например, если вы задумываете брать собаку, а это сейчас очень модно, актуально, и всем всегда хочется собаку. Сейчас, мне кажется, родители более разрешают ее завести. Вот, то здесь можно очень подробно прочитать о породе собаки. Что же она все-таки собой представляет, какой у нее характер. Вот. Что еще? В принципе, приложение хорошее, мне кажется. Единственное, я вот, ну, мельком пробегаю. И не вижу такого пункта, как питание. Мне кажется, он был очень актуальным. И копировать тоже нельзя. Ну, ничего страшного, в принципе. Так выглядит данное приложение. Приложение «Атлас пород собак». Вот. Так что скачивайте, знакомьтесь с новыми породами. Выбирайте для себя лучшую. И, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на наши обновления. До свидания, всего доброго.